Мы первые в рамках федерального партийного проекта «Единая Россия. Историческая память» на театральной площади Люберец состоялся флешмоб. Учащиеся гимназии номер один выстроились в форме цифры 60, символизирующей годовщину со дня первого полета человека в космос. А ровно в 13:00, повторив легендарную фразу, произнесенную Юрием Гагариным перед стартом космического корабля «Восток-1», в небо запустили ракету. Символично, что она взмыла именно в 60-летие первого полета человека в космос. И мы, как всем известно, Юрий Алексеевич Гагарин учился на этой земле, постигая рабочую свою профессию, прошел закалку тут трудовую, бывал и в Люберецком дворце культуры, в нашем. Поэтому именно отсюда мы решили сделать этот символический старт.